Эх, музон. Ну, поехали. Так, как тут играть-то? Угу. Пью! Пью! Так. Хоба! Ой, ну ладно, это не важно. В это я играть не буду. Это? Нет, это не духота, это клевая игра. Хоба! И лучший момент? Да, 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 я закончил здесь. Что бы это ни значило. Сколько звезда нож стоит? 30 колец, давай. Угу. О, беда. Мне надо будет что-то другое замутить. Да хорош меня бить-то. Так, бессмертие. Еще бессмертие. Больше бессмертия, бог бессмертия. Не. Да уж. У нас тут денежка. Ох, праздник сегодня. Я выиграл ролл. Делюсь счастьем со всеми Каапа. Че? О, счастье привалило. Делюсь со всеми счастьем, Каапа. Спасибо Броди за поддержку канала. Спасибо большое. Наслаждайся счастьем. Добро пожаловать в банановое казино. Ой, не. Ой, не. Ой, не. Хоба! Это дверь? Добро пожаловать, дыня. Добро пожаловать на бонус-остров тур. Бонус-остров — сумасшедшее место. Ты хочешь попасть на остров, дыня? Да. Поездка будет стоить 30 колец. Да? Спасибо, поедем. Ой! Так, два. Что за рука? Ага, царап игра. Если повезет, то что-нибудь выиграешь. Ну, бери 3 серебряных квадрата. Ну, я уже проиграл вроде как, да. Извини, мне очень жаль, приходи еще. Два, три, четыре. Ну, погнали. Добро пожаловать в Блиц-опрос. Твоя норма 2, ответ 10 секунд, заходи ко мне. Какой цвет у бананов, которые мы едим? Красный, желтый, коричневый, зеленый. Едим желтый обычно, да? Да, верно, двигаемся дальше. Бананы — это хлеб. Да, бананы — это хлеб. Бананы — это модул. Ладно, три вопроса. Давай три вопроса, давай. Так. В какой стране был впервые испечен хлеб? Франция, Италия, Египет, Египет. Это верно, двигаемся дальше. Олимпийские игры проводятся один раз в 4 лет. Двигаемся дальше. В какой стране небольшая численность населения? Наибольшая. В Китае. А, it's
Yeah, it was German originally. It was a mess. All this game is a mess. Не, это паловская игра. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я куда иду-то вообще? Мне же не сюда нужно. Тьфу. Ман. Сколько минут длится один раунд в боксе? Три. Какое слово тут лишнее? Томат, яблоко, морковь, лук. Томат, яблоко, морковь, лук. Томат и лук. Что, блядь, происходит? Яблоко, ладно, пускай будет. Что они имели в виду? Мне вон до тут надо дойти-то. Я что тут? Ладно, заходи. При рождении человеку дают ноутбук. Письмо, линейку, имя. Ноутбук. Слушай, выгодно родиться в стране. Родился, тебе ноутбук сразу дали. Письмо, в котором говорится. Письмо. Письмо, которое закрывается линейкой. И в этом письме лежит записка о том, что ты получил ноутбук. И само собой они употребляют еще и имя. Кто именно? Что из этого всего опасней? Опаснее всего. Корзина, огонь, дыра, бумага. Бля. Бумага. Ты как-нибудь резался бумагой? Вот такой попой. Ой, это, блядь, больно. Филлер. Тебе не имется? Это Андрей. Скучно? Может, ты поедешь куда-нибудь в другое место? И там пообщаешься? На свои эти темы. Развеселые. Чё падает с крыши зимой? Гончая падает, блядь, да. Стоишь такой, короче, сверху с крыши. Чу, блядь, гончая полетела. Альпы. Альпы падают с крыши. Само собой. Привет, Леонид. Привет, разум. Ой. Самая высокая точка на Земле — это Эверест. Не. Это сейчас мини-игры идут. Блин. Thank you.
Просто эту часть игры нужно сделать, чтобы попасть к последнему боссу. Место, где зарыт клад, это остров, дыра, магазин, комната. Бля, все вопросы, все ответы верные. Все ответы верные. Это нечестно. Это нечестно, все ответы верные. Я в магазине иногда клад даже нахожу, который кто-то куда-то запихал, хер знает. Ну, понятно, что они остров имеют в виду, но, блин, все ответы верные. Балкон! Что используешь, чтобы попасть сюда? Пушку? Окей! Не надо! Вот это, блядь, у меня удача. Но это нельзя было наступить. Ай, наступать. Ха-ха, ты решил, что одолеешь меня в этот раз. Мне смешно. Тренируйся, приходи еще. Эй, жаль. Ну ладно. Зайди. Не хочу. Ой! Так. Кроль-нож. Давай. 50. У меня нет 50. Каменюка. Здесь бывай. Чё это? Бля, это обычное оружие, что ли? Ой, ёп. Так, нет. Казино нам не нужно. Игра хорош. А, да, я закончил здесь. Как с таким текстом игра может быть плохой? Не, а Magic сколько стоит? 60, бля. Мне, ну, короче, нужно... Да все, выходи. Так, как там делалось это? Да, лол. Ну, поехали. Баям. Молодец. Молодец. Че, все что? Не надо. Черт побери, пипи. Так, это увеличивает цветок, да? Правильно же помню. О нет, принц, ты ранен. Я вылечу тебя, удачи. Ни хрена себе. Не-не-не, тихо. One up! Я в домике. Лучше просто.
Он трёт... Так, послушай, как это звучит. Он трёт свой стручок. Из него что-то вылезает. Что, Чик это? Он трёт свой стручок, ты посмотри. Причем есть японцы. Эту игру немцы делали. Значит, так можно? Ну, я просто буду стоять. Не вижу ничего смешного. Чика-чика. Уходите. Вы злые. Шутки не дают шутить. Вон смешные шутки шутит Филлер, смотри. Да, 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 я закончил здесь. Так, подожди. Чего? А насколько оружие Максим, оно... На, оно оружие прям. Максим. Я... Возьми Максим. Возьми Максима за 70 колец. Нихера себе, Максим-то суров, ты смотри. Не. Не мое оружие. Меня что вперед стреляло. Ух, будет больно. О! Мэджик давай возьмем. Чё за мэджик? Давай. Во! Вот это хорошее оружие. Оно вперед стреляет. Боссман Максим? Действительно. Ой! Да, кау! Ну вот и дерево убралось. Давай.
О, нет. Так, ну оружие появилось? Нет. Будем ждать. Не-н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 е. Стой, капсула? Не, подожди. Да отстань ты от меня. Будут такие шутки, Фидер. Будет бан. Обязательно разговаривать про феминизм, про все остальное. У тебя других тем нету или что? Давай теперь. Так, это самый идиотский босс. Я умер. Черт. Я не хочу с тобой разговаривать на эту тему. Да что, в смысле? Ну не разговаривай. И не буду. И тебе запрещаю разговаривать на эту тему. Да чтоб тебя. Потому что ты сеешь негатив. Я не хочу, чтобы здесь был негатив. Да чтоб тебя. Да блинский. Нет. Мне сейчас. Да блин. Ай, ладно, не допрыгну. Да лол. Да в смысле, что уже конт, что ли? Алло. Ну ладно. Да, хорош. Да хорош! Да не нужно мне тоже банановое казино, пожалуйста, не нужно. Ну, давай, все.
Пиздец. Ты серьезно? Да как это работает? Да ну... Да ты чё издеваешься, игра? Хорош! Я не знаю, что за чувака с ней... Чё за чуваки с ней... Без понятия. Читайте мануал на немецком. Я без понятия. Удем тур. Мы еще до сих пор первый не прошли, мы уже на втором. Один. Раз, два. Я лучше на два вопроса отвечу. Давай. Основа кетчупа — это томаты, яблоко, молоко. Яблоко! Да? Верно. Какое слово тут лишнее? Чай, сок, молоко, печенье. Чай, сок, молоко, печенье? Печенье, наверное. Блин. Не упадает нормальная цифра. Если принц ранен, он спит, падает, качается. Качается. Летает без помощи крыльев и мотора. Ракета, дракон, птица, дым. Три. Двенадцатая буква в алфавите — это Л. Нет? Какая, значит? Ну, где можно найти триумфальную арку? В Англии. Бля, я же вообще не в ударе. В смысле проиграл? Я не помню. Франция, значит. Что-то вопросы не для детей немножко, не? Я ебу, где там у них эта триумфальная арка. А что, я должен алфавит знать по цифрам? Знать алфавит по цифрам. Обо что я умер? Да, блядь, еще один конч. Да что происходит-то? Не, ну это какая-то жуть. Ты что, издеваешься? Еще тур давай. Поехали. Ретраст. Ае. Там макака. Я задам вопрос, ты ответишь. Какой цвет у бананов, висящих на деревьях? Зеленый. Коричневый. Я запутался. Какое слово тут лишнее? Ракеты, планеры. Ракеты, планеры, самолеты. Осы, наверное. Фосы. Я запутался. Какое слово сейчас я задумал?
Слышь? Слышь, Бильбо Бэггинс, ёпта. Какое слово я сейчас задумал? Мне откуда знать? Может быть, бананы? Я экстрасенс! Какая игра использует валан? Бадабитон. Какая игра не использует мяч? Футбол, лаптап, бадминтон. Какая игра использует валан? Бадминтон. Какая игра не использует мяч? Бадминтон. Я проиграл, плачет, ох. Нашлось, бана-меч. Бана-меч, это меч, которым Фёрст банит людей. Имейте в виду. У остальных модеров это, банхаммеры, короче. У Фёрста бана-меч. Я знаю, о чем ты думаешь. Я же экстрасенс. Ты думаешь о Мегамене? Блять, теперь я и правда думаю о Мегамене. One up, one up, one up. One up. Бля, ну а схватиться-то нельзя, что ли, было? Чё за... Бред какой-то. Обожаю это место. Сложный босс. Да хорош! Банан. Подарите подписок, смайлы хочется. Мы ждем. Мы ждем Феонора. Я знаю, Леонид.
ваш спор. И я в него не вмешиваюсь. Босман снова забанен? Нет. Вмешайся. Не, ну я хотел вмешаться, но Архимон сказал, не надо. Куда он пропал? Никуда. Вчера был. Да ты доебывался что-то до меня. За то, что я Гран-туризму продал. Да твою мать. Не, не хочу. Я не помню. Я его скорее обменял, чем продал. Типа обменял, получил скидку. Да, я закончил здесь. Зачем покупал? Я его не покупал, он с консоли ушел. И он мне не нужен. Гипернож или метеор? Вот в чем вопрос. Метеор, давай посмотрим. 130 калец сгодится, давай. Ух! Вот это хорошая хрень. Та-та-ра-та-рам. Та-та-ра-та-рам. О нет, ты ранен, я вытащу тебя. Окей. Смогу ли я тебе подняться? Или вообще не нужно? Не, не нужно. Так, поехали в тур. Нам нужно второй уровень, второй остров чистить уже. Их всего 4. Блять, ну это серьезно? Ну это вообще какой-то бред. Ты себе даже отступить не мог никуда, ни влево, ни вправо. Охренительно. Вот это серьезное оружие. То, что до этого была хрень полная. Хотя бы дамажит. One up! One dead! Это Mario Kart. Это как бы, ну, хорошая игра. Или я что-то не знаю. Пацанчик, о чем ты говоришь?
One up! Так, этот ёбаный босс. На, надо было бить. Самый сложный босс. Пару жизней я на нем точно потеряю. Да хорош. Да, ты что делаешь-то? Да, завязывай. Да отпустись ты нормально, алло. Он что, издевается? Да. Слышь, что? По-моему, босс сломался. Он не заслужил, не дари ему ничего. Он даже в чат не пишет ни хера. И грызается постоянно. А еще модер ведь. Очень долгий, блядь, босс. А самое тупое, что здесь таймер. Ой, да ладно. Три раза подряд? Чё это с тобой? Тупо, что он, когда рот открывает, ему дамаг вообще никакой не приходит. Идиотский босс. Что он падает вниз на определенном расстоянии. Я сейчас начал это замечать. Я стою на определенной точке, он спускается. Это сами ты. Так. О боже. Коробка не эта. Ебучая. Воу-воу-воу-воу! Ну я ж схватился! Чё ты падаешь-то? Вон телепорт. Гипернож. Меркурий. Гипернож, давай посмотрим. Плохо. Хотя дальше будет
с большими шариками. Тоже три выстрела. Но это тоже неплохо. Ага. Добро пожаловать на морковную башню. Я Лили. Ты, наверное, принц. Рада познакомиться. Хуяк. Сука, лучший момент. Рада познакомиться, на нахуй. И я прям встал на тот камень, который падает. Отличная идея. Черт! Блять! Филлер, я тебя просил 10 минут назад не разговаривать на эту тему в чате вообще никак. Ты слов не понимаешь? Чего сложного в том, чтобы послушать то, что я тебе говорю? Чего? И то, что я прошу. Твою мать, я себя только что убил. Да, я буду продолжать. Это самая мутная, конечно, локация в плане. Неважно. Вернулся? Как хочешь. Это твой шанс. Лови гнев, блядь. Сука. Кайри, не агрись, пожалуйста. Ай-я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 й. Очень дурные здесь уровни. О-о-о. Да какого хрена... Пиздец. И что теперь делать? Пускай там будет цветочек. А можно на сундуке сделать? Да, можно, отлично. One up! Так, сюда. Вроде сюда. Какого? Да, а ты можешь, блядь, влево-то полететь, алло? Он не летит влево. Полетели. Вверх, сука, лети. Влево, вверх, сука, лети. Куда-нибудь лети.
А? Снова? Ты никогда не сдаешься? Девчонки не любят упрямых. Ты меня раздражаешь. Готов? Блиц-опрос покажет. Какое слово тут лишнее? Кот, оса, кит и гончая. Оса. Ты подонок! В какой стране находится Пизанская башня? Пизанская? Подожди, Италия? Какое слово тут лишнее? Я просто вспоминал, что такое Пизанская башня. Какое слово тут лишнее? Теннис, хоккей, плавание, футбол? Наверное, плавание? Ты подонок. Что из этого можно найти в Египте? Пирамида, Эверест, Альпы. А, можно пирамиду. Ты подонок. Где находится Эйфелева башня? Во Франции. Ты подонок. Я не могу проиграть. Вали, ты травмируешь девушек. Ты победил. Че, я буду помогать тебе. Так Лили стал вашим напарником. Там настройки, скорее всего. В чате. Поставь еще раз этот смайл, пожалуйста. Хотя не нужен, я вижу. Пойдет? Я с хромакеем не очень глажу. Настроить его никак не могу нормально. О, поехали. Да плевать мне, сколько там этот колец будет стоить. Поехали. Я никогда не выиграл эту игру. Окей. Основа хлеба — это пшеница, бананы, рис и виноград. Виноград. Где находится Биг Бен? В Англии. Двигаемся дальше. Выполнил норму. Окей. Ай! Ты застрянешь тут навеки, не бойся, это я шучу. Какое слово тут лишнее? Малина, томат, яблоко, банан. Томат. Стоп, подожди. Томат — это не овощ. Подожди. Так, подожди. Кого вы пытаетесь надуть? Тут нет лишнего слова. Тут его нет. Но игра думает, что есть, поэтому томат. Да неплохо. Ну, принято, ну, я не знаю, ну, как хочешь тебя, так и называй. Что я тебе могу сказать еще? Овощ, ты наш. Кто не плавает? Лягушка, жаба, пингвин, ворона? Тю. Я видел, вороны плавают. Че ты, блядь, мне тут... Обманываешь-то. Это неплохо. Какое слово тут лишнее?
Капуста, морковь, тыква, банан. Банан. Какое слово тут лишнее? Сатурн, Венера, Марс, виноград. Что нравится Лили? Морковь. Что полицейский имеет при себе? Винт. Определенно винт. И значок, и линейку, и письмо. Чего? Все, что своруй, то и носит с собой. Это невозможно, этого не может быть правдой. Нашлось, банный щит. Накидывай на себя ферст. Теперь у тебя будет банамеч и банный щит. Ой, блядь, здесь еще босс тошный. Взятку он имеет при себе. Здесь ужасное плавание. Это просто кошмар какой-то. Здесь плавание абсолютно такое же, как в Adam's Family на Денде. Персонаж 100 лет, блядь, поднимается вверх. Я пока вышел бананы тут. Тур. Да. Да. Эх. Нет, в первых черепах норм плавание. Там не надо спамить. А в Adam's Family прям нужно кнопку, короче, спамить, чтобы он поднимался. И поднимается он по одному, по два пикселя просто вверх. И это ужас. Ой, как много. Что потеряла Золушка на балу в замке? Девственность. Карта, письмо, сердце, обувь. Обувь? Это верно, двигаемся дальше. Какое слово тут лишнее? Машина, велосипед, поезд, самолет. Машина, велосипед, поезд, самолет. Что? По какому принципу сейчас слово лишнее? В смысле, летает? Какое слово тут лишнее? Воздух, земля, огонь, зло. Охуенно. Какое слово тут лишнее? Маг, синий, красный. Че? Маг? Что? Поздравляю, выполнил норму. Окей. Хрен с ним, пускай будет 5 вопросов. Сейчас, наверное, по второму уровню пойдет. По второму кругу пойдет. Че? Так, блядь, страна, родина пудинга. Германия. Нет. Ладно. Что из этого было открыто раньше? Пирамида, Эверест, Альпы, замок. Пирамида. Хотя Эверест. Потому что он был изначально. В какой стране было впервые испечено печенье? Франция, Италия, Германия, Англия. Франция. Какой цвет у банана, в котором мы едим? Едим. Желтый. Бананы это зло? Блять, я чуть хлеб не нажал. Мне отключил тебе мозг на секунду. Во втором кругу вопросы пошли. В какой стране впервые был испечен хлеб? В Египте. Поехали дальше. Да ёпт. Четыре, пять, шесть, семь.
Господи. Ты хочешь это забрать? Злиться. Олимп. Игры проводятся один раз в 4 лет. Да. Действительно умен. Ты там? Я не знаю. Я пытаюсь не вспылить сейчас просто. И не банить навсегда. Но ты меня каждый раз просто к этому сводишь. Потому что каждый раз, когда ты приходишь, ты какой-то негатив везде, блядь, пытаешься развести, пытаешься что-то, не знаю, кого-то обосрать, кого-то унизить. Ты зачем сюда приходишь? Чтобы, ну, настроение портить людям? Может, а лучше не приходить просто? С такими комментариями-то. В какой стране наибольшая численность населения? В Китае. Да мне пофиг. Веди себя адекватно. Сколько минут длится один раунд бокса? 3. Уже несколько людей написало, блядь, что тебя забанить нужно. Я терплю. Я терплю. Понимаешь? Какое слово лишнее? Лук? Стоп. Лук? Томат, морковь, яблоко. Ты действительно умен. При рождении человеку дается ноутбук, да? Или нет? Чтобы диагональ смерить. Что из этого опаснее всего? Корзина, огонь, дыра, бумага. Огонь. Что падает с крыши зимой, гончая и с Альпами в дожде и с сосулькой? Я проиграл, но я не проигрываю. Не проигрываю, но ты силен. Злится. Дыра, кстати, да, опасная хрень. Я видел, как что-то в каком-то клипе или в фильме чувак упал в дыру и умер. Бана броню дали? Нормально. Ну, то есть, а от огня он что, на ножок получил бы? Что это? Да вот, вы, блять, выпрыгни! Что это? О, Фианур, привет. Мы тебя ждали. Ну как мы? Тебя ждал один человек. Буйство. Буйство давай. Блядь, главное не проебать. Во! Вот, все, больше оружия не меняю. Это топич оружие. Поехали на последний остров. С вопросами. Раз, два, три. Тебя здесь всегда ждут. Самая высокая точка на Земле это Эверест. Давай, хорошек, посчитаем мы с тобой.
Сабхайп. Ты просто глазоньки свои сейчас закрой. Барашек, раз и два, и три, четыре, пять. Мы сосчитали, теперь можно и поспать. Вот это ты там психанул, вот это ты там психанул, вот это ты там психанул, вот это вы там вдвоем психанули, короче, вот это вы там херачите. Я ж стрим залагал, по-моему. Все? Не, не все. Ферс, спасибо, что подарил подписку. Феонору the best зло. Феонор 14 месяцев подряд, не подряд, если у вас есть Данчучка. Бросьте ее в чат. И котеечку. Мия! Кто сказал томат? Мяу. Вы чё мне психику ломаете сегодня, блядь? Спасибо, Фёрст. Спасибо, Цамета, за 10 бит. Спасибо. Спасибо. Italian from the future. Так, место, где зарыт клад, это магазин. Что ты использовал, чтобы попасть сюда? Пушку. Самолет, корабль и ракету. Все друг в друге было. Так. Игра была все равно на немецком. Сноу кетчуп — это томаты, яблоко, молоко и бананы. Чё? Кетчуп? Кетчуп, томаты! Какое слово тут лишнее? Чай, сок, молоко, печенье. Печенье. Кондиционер только качается. Плачет. Да, без помощи крыльев мотора дым. 12-я буква в алфавите — это... В каком алфавите? Подожди. В нашем или в не нашем? Кая. Где можно найти триумфальную арку? В прошлый раз я ответил... Не помню где. Франция или Англия ответил, что ли? Какой цвет у бананов, висящих на дереве? Зеленый. Едим мы желтые. Кто-то ест коричневые. Да, конечно, не хочется. Здесь опять вопросов хуеву гору сейчас задавать будут. Бананы — это фрукт.
какой стране был впервые испечен хлеб? В Египте. Пийские игры проводятся ради. Уже по третьему кругу, что ли, пошло? Раз в 4 года. В какой стране наибольшая численность населения? Китай. Сколько минут длится раунд в боксе? 3. Мне нужно 3. Спасибо. Ты пришел, принц? Я, блин, мастер. Это последний тест. Если ты справишься с ним, то одолеешь гнилого перца. Тебе будет легче. Удачи. Какое слово тут лишнее? Томат, яблоко, морковь, лук. Яблоко. При рождении человеку дают... Имя? Огонь. Сосулька. Эверест. Да давай быстрее. Место, где зарыт клад, это остров. Что-то использовал сюда, чтобы попасть в пушку. Снова кетчуп, а это томаты. Нашлось, корона. Все, с вопросами покончили. Теперь осталось пройти игру. Вискарик. Бубу. Здравствуйте. Страшная это ситуация. Вы знаете, что итальянцы не едят макароны с кетчупом вместе? То есть они считают это аморальным. Нет, они едят только с соусом. Типа, там что-то, не знаю, как-то уксус что-то выделяется, короче, я, тем более, короче, кетчуп холодный, пища горячая, там что-то какие-то куча факторов, блять, по которым они так не делают. Я не знал. Весьма удивился. Блин, чё у меня так много хп-то? Да, лол. Да ты можешь, блять, опуститься. Пиздец. Ну, конечно. Чёртов кит, блять. Ненавижу этого босса. С ними возможно драться. Потому что он делает вот так. А ты не можешь всплыть, потому что ты под водой. Но поскольку у нас пушка клевая, все нормально. Дед — это броня, которая может крутиться по кругу, вокруг тебя и наносить урон. Так. Ластовской. Ты все-таки сделал это, Кари.
Да ёпт. Судя по тому, как это звучит, Grand Mage, я не должен это знать. Так, нет, мне не нужно здесь ничего. Не знаю. А зачем спросил? Чёрт. С кем ты разговариваешь? Ты сейчас Боссмана напоминаешь. Тут тоже, блядь, хуй пойми, что рассказывает, и хуй пойми зачем. Для общего развития. Ладно, ладно. Хорошо. Хорошо, как скажешь. Каждый четвертый твой знакомый боссман. Слушай, с таким названием можно книгу написать, мне кажется. Мой знакомый боссман. Что четвертый мой знакомый босс, блядь. Мы никуда не летим, потому что путевок нету больше. Мы прошли все уровни. И нам тупо игра не разрешает. Ну это топище оружие. Оно прям разносит. Смерти. Ого. Вау! Черт. Да лол. Окей. Банненьки. Ой! Ух. Да, блин. Есть. Так, все. Ласт. Босс. Достану хоть.
Да. Да попади ты, блядь, по нему. Ты че, твою? Дед! Вращайся, заебал. Класс. Ты завершил дело. Умница. Круто. Я побил того гада. Можем поболтать теперь. Теперь я буду с друзьями. Ура. Бес. Ауч, чего, Лили, а? Чего? Чего? Ты напрягал меня. Ногой такая машет. Бац-бац, хлобысь. Ой! Как мило, юные люди веселятся. И нет времени на отдых, расслабос. Ха-ха-ха. И тут внезапно наша история заканчивается. На куражах. Опа! Вот же странное дерьмо. Этот последний диалог. Кошмар. Спасибо, Броди. Спасибо, Данич. Спасибо, Каири. Спасибо, Фёрст. Спасибо, Феонор. Спасибо, Филлер. Спасибо, Архимон. Спасибо, Достальчик. Спасибо, Саск. Спасибо, Леонид. Спасибо, Андрей. Нам тут Босман Страус инфу принес. Что ты хочешь прийти сюда? И мы тебя ждали. Ну да, птичка нашептала. Ta ta ra 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 ta ta